мы привыкли считать ультрабуки удобными, тонкими и мощными машинами. Но, увы, мощность эта всегда касалась процессора, но не графической составляющей. Сегодня мы подробно рассмотрим первый в мире ультрабук, оснащенный дискретной графикой последнего поколения NVIDIA GeForce GT640M на архитектуре Kepler. С первого взгляда сложно поверить в то, что 15-дюймовый ноутбук Acer Aspire Timeline Ultra M3 действительно является ультрабуком, ведь концепция подразумевала устройство с гораздо меньшими габаритами. Внешне Aspire M3 очень похож на другой ультрабук компании Acer Aspire S3, если не брать во внимание размеры. Такой же простой, абсолютно ровный корпус, толщина которого составляет всего 20 мм. По периметру с немного скругленными углами и гранями. Выполнен корпус в основном из плотного качественного пластика с матовым покрытием, и только на крышке с внешней стороны мы видим шлифованный алюминий. Жесткость конструкции на должном уровне. Под весом рук пластик рабочей поверхности и подложка клавиатуры не прогибаются. Дисплей Aspire M3 ничем не выделяется на фоне большинства пятнашек. При диагонали 15,6 дюйма он обладает разрешением 1366 на 768 пикселей. Запасом яркости в пределах от 14 до 167 кандел на метр квадратный и невысоким контрастом. Картинка достаточно яркая и сочная, а горизонтальные углы обзора позволят с комфортом смотреть кино в компании. С вертикальными углами ситуация не так хороша, но вполне терпима. Звуковая система порадовала. Два динамика выдают достаточно качественный объемный звук, благодаря поддержке системы Dolby Home Theater. Причем запаса громкости будет достаточно для озвучки комнаты средних размеров. Aspire M3 получил несколько доработанную клавиатуру Aspire S3. Ввиду того, что места стало не в пример больше, сюда добавили отдельный цифровой блок, а клавиши навигации переместились на привычные места. В остальном отличий нет. Большой бескнопочный тачпад расположился под клавиатурой со смещением к правому краю относительно середины устройства. Его сенсорная поверхность имеет приятное шероховатое покрытие и не сковывает движение пальцев. Первыми в продажу поступят модели на процессорах Intel Sandy Bridge Core i3-2367M, Core i5-2467M и Core i7-2637M. Но к лету их заменят процессоры нового поколения Intel Ivy Bridge. Кроме того, они будут доступны как с дискретной видеокартой серии NVIDIA GeForce 600M, так и с интегрированным графическим чипом Intel HD Graphics. Для хранения информации могут быть использованы жесткие диски емкостью 320 или 500 гигабайт с 20-гигабайтным SSD, обеспечивающим работу технологии Instant On, так и SSD на 128 или 256 гигабайтах. Наш тестовый образец имеет в своей основе связку процессора Intel Core i5-2467M 1.6 2,3 ГГц и видеоадаптера NVIDIA GeForce GT640M с 1 ГБ видеопамяти и поддержкой технологии NVIDIA Optimus. По словам производителя, графические адаптеры серии GeForce 600M вдвое превосходят по производительности видеокарты прошлого поколения GeForce 500M и в 10 раз актуальные интегрированные графические чипы. Проще говоря, обладатель ультрабука Acer Aspire Timeline M3 сможет без проблем играть во все последние игры на высоких настройках графики, что было до сих пор невозможно. Также имеется 4 ГБ оперативной памяти и гибридная дисковая система из 20-гигабайтного твердотельного накопителя и 500-гигабайтного винчестера. Aspire M3 комплектуется несъемной трехячеечной литий-полимерной батареей емкостью 54 Вт-часа. На одном заряде устройство проработало почти 9 часов в режиме чтения при выключенном модуле Wi-Fi и приглушенной яркости дисплея. При высокой нагрузке результат составил 2 часа 15 минут. Интерфейсные разъемы разместились на задней грани ультрабука. Два порта USB 2.0, один USB 3.0, HDMI и сетевой RJ45. Тут же находится и комбинированный аудиоразъем для микрофона и наушников. Не совсем понятное решение, уж то-что, а его можно было бы вынести на боковую грань, как это сделали с мультиформатным картридером и оптическим приводом DVD. Для беспроводной связи имеются модули Wi-Fi 802.11bgn и Bluetooth 4.0. Тестируемый нами ноутбук работает под управлением 64-битной операционной системы Windows 7 Home Premium. Она идеально подходит для работы и для развлечений. Кроме того, имеется целый набор предустановленных фирменных утилит и виджетов.
Ультрабук Acer Aspire Timeline M3 – превосходная машина с беспрецедентными возможностями при очень компактных размерах. Фактически, это компактный игровой ноутбук, который способен обеспечить отличную производительность в играх благодаря дискретной графике NVIDIA GeForce 600M и проработать в автономном режиме почти 9 часов. С этим графическим адаптером Ультрабук стал действительно ультра. Более того, цена этого чудо-устройства в максимальной комплектации составляет около 9000 гривен.